Всем привет, ребята, меня зовут Скуди, и мы сейчас играем в зомби против растений. Это необычный зомби против растений, здесь у нас теперь красный шарик, который со всеми справляется. Так, ребята, мы будем ставить вот эти вот наши лепестки в виде красных шариков. У нас есть еще вот такая вот стеночка в виде черного квадрата, который тоже нам сегодня помогает. Так, его будем использовать. О, я, по-моему, не купил всех тех, кого надо. Так, поэтому ставим разноцветный наш кактус, который будет теперь стрелять. Так, давай, кактус, на тебя вся надежда, дружище. А то у нас огненные пеньки, получается, ни зачем. Так, ну, что ж поделать. Так, это нам пока что не надо. Угу. Ставим, ребята, их вот так вот на две линии. Побольше, скажем так, потому что наших кактусов много не бывает. Сюда еще поставим тоже. Отлично, отлично, давайте кактусы. У вас все получится, кактусы. Так, еще нужно защиту нам в виде стенки. Так, давайте разноцветные кактусы, у вас все получится. Так, давай. Еще чуть-чуть этим зомбачкам осталось. Так. Скоро мы поставим еще одну копейку. Вот сюда кактусы. Так. Эй, куда вы собрали зомбаки? А ну стоять! Нет, сюда тогда ставим щит. Срочно. Так, что еще? А, ну теперь мы можем просто подождать. Сюда еще поставим вот эту штуку. Так, кактусов у нас же, кстати, побольше кактусов. Ой, немножко я ошибся. Так, зомбачки, а ну стоять. Куда это вы собрались? Так, у нас почти везде уже стоит защита. Нужно бы сюда поставить защиту, чтобы зомби вообще не смогли пройти. Ну вот как мне это сделать, если они мне постоянно мешают, ребята? Ой, даже не знаю. Так. Держимся. Нет. Отстань, зомби. Так, еще одну котейку и разноцветный наш кактус сюда поставить. Давай, стреляй, синий кактус, какой-то зеленый, что ли. Что это вообще за кактус такой странный нам попался? Так, ну сейчас мы замочковать их сможем победить. Так как у нас стоит крутая защита, но вряд ли они пройдут. Так, скоро будет у нас еще новая защита. В виде ореха, который у нас сегодня в роли злого черного квадрата, только теперь он на нашей стороне. Так. Нет, одну оборону нам прорвали, ребята, что делать? Нет! Стоять, зомби, стоять! Так, нужно как-то нам защищаться. Это значит, что больше кактуса. Давайте, зомбачки, подходите. Подходите, злодей. Так. Вот так вот, давайте, летите, стрелы. Так, сюда еще щиточек. И кактусов ставим побольше. Так. Отлично. Если бы вот так поставить, смотрите, сколько летит патронов. Вот это да, ребята, кучу целых патронов летит. Нет, там стенки прорывают, ребята, что делать? А ну стоят зомбаки. Так. Вот так мы поставим наших котят. Пускай себе летят эти котята. Так, нужно ставить щиток срочно. Что за прыгуны? Куда это вы собрались? Нет, оно на месте. Давайте, колючки, давайте, я у вас думаю, все получится. Ну же.
Так, срочно орех на лист. Все, успели. Наш серый орех установлен. Так, теперь сюда. Хорошо, хорошо. Так, как все? Отлично. Вот, посмотрите, сколько у нас кактусов. Это же целая огромная куча. Ставим еще сюда вот нашу котейку. И кактусы, в общем, так до конца устанавливаем. Так, и сейчас будет еще последняя волна, которую, ребята, надо будет опасаться. А то мало ли еще прыгают эти зомбачки. Так, я забываю то, что у нас кактус очень быстро появляется. Но это немаловажно. Так. Давайте, давайте, зомбаки, подходите. Хоп. Ну, где вы там? Так, вроде бы их не видно. Ну, котейка, быстрее, котейка, котейка. Как, что? Как это они прорвались? Они, нет, стоять. Стоять. Да чё их там так много, ребята, что делать? Так, поставим камень. И котейку. Так, все, ребята, мы справляемся. Давай, 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 давай. Все, сейчас должны победить. Все, ребята, мы прошли этот сложный уровень. Наконец-таки собираем наше золотишко, ребята. И мы с вами теперь попрощаемся. С вами был Спуди Дуди Ду. До новых встреч, до скорого и всем пока.